Царю небесный, утешитель души истины, и живи здесь, и сердце умяй, сокровище благих, и жизни подателю, приди всеми сямны, и очисти меня от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Господи, благослови занятия наши по слову Твоему святому, чтобы ничего не смущало нас, принесенное извне миром сим, а только Твои слова всегда высвечивались нам, как истина, путь и жизнь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стихи. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Толкование. Воздаяние Господь назначает Петру великую награду на нем создать церковь. Петр исповедовал его Сыном Божиим. Сие-то исповедание, которое ты исповедал, говорит он Петру, и будет основанием верующих. Посему всякий, намеревающийся устроить здание веры, должен положить в основание это исповедание. И мы, если совершаем много добрых дел, но не имеем в основании их правого исповедания, не впрок созидаем. Врата адовы, суть, являвшиеся по временам гонители, которые прельщением низводили христиан в ад, и еретики, также суть врата, ведущие в ад. Но церковь многих гонителей и многих еретиков преодолела. Также и каждый из нас есть церковь и дом Божий. Потому, если мы утверждены на исповедании Христовом, врата адовы, то есть грехи, не одолеют нас. Под ключами разумей прощение, разрешающее или запрещающее, связывающее грехи. Так как те, которые, подобно Петру, удостоились епископской благодати, имеют власть прощать и вязать. Хотя одному Петру сказано «дам тебе», но дано всем апостолам. Когда? Когда Господь сказал им, что разрешишь на земле, то будет разрешено. Да и самое выражение «дам» означает будущее время, то есть после воскресения. Небесами называются и добродетели, а ключами их труды. Ибо при помощи трудов, как бы при помощи некоторых отверзающих ключей, мы входим в каждую добродетель. Если же я не делаю, а только знаю доброе, то имею только ключ знания, а остаюсь вне. Связан же на небесах, то есть в добродетелях, тот, кто не ходит в них, ибо подвязающийся разрешен в добродетелях. Посему нам не должно грешить, чтобы не связали нас узы собственных грехов. Вопрос. Что, все? Да. На этом стихе католики строят, да, полное почитание Папы. На одном этом стихе все. И толкование ты тут столько сейчас там прочитал, но этого толкования, что если одно толкование-то оставить, то это 100% уверенность, что непогрешимость Папы – это правильно. Ну, явно, что апостолу Петру переданы ключи, там все и так далее. 100%. И каждый, кто будет веровать, должен через это вероисповедание пройти. Ну, то есть, нам деваться некуда было бы, если бы было только одно это местописание. Слава Богу, что их много. Как раз мы по скайпу ведем на занятия, как раз эту тему католицизм проходим. Чуть-чуть подальше там будет сказано. Петр, отойди от меня, сатана.
Про это они уже ничего не говорят. То есть здесь он его назвал чуть ли не своим преемником. Действительно. А там назвал сатаной. Выбирайте. Конечно, они выбрали, католики, себе вот это место писания хорошее. Вот, католики верят в то, что вот апостол Петр был наместник Христа и был поставлен над всеми апостолами. Князем апостолов. На основании вот этого стиха, что дам тебе ключи. И вот. Но здесь не об этом говорится, что он над всеми. Просто ему, как и всем, была такая дана власть разрешать грехи. Потому что не одному же Петру была дана такая власть, а дана была власть всем апостолам, всем равнозначно, одинаково. И помните, когда ученики собрались, а кто из нас больше? Христос бы сказал, да вот Петр из вас больше. Ну, конечно. И все. Почему он так не сказал? Кто хочет быть большим, будь всем слугою. Да. Вот. А когда Петра-то, вот он именно, и он его... Когда он предал-то Христа, он же говорил, да я за тобой в огонь и в воду. У него ревность такая была-то, что он... Все молодцы. Все это вроде как так себя, а вот я-то... Даже я-то... если все, то я... Да, то я... Отрекутся от тебя, то я никогда не отрекусь. И что Господь его похвалил за это, он его наоборот... Он посмотрел на него из этой светлицы, где он сидел, с темницы. Он посмотрел на него, когда запел петух. И Петр взглянул на него и вспомнил. Трижды отречешься от меня, дважды пропоет петух. А ты трижды от меня отречешься. И пошел, говорит, вон и горько плакало. И когда католикам говоришь вот это, как же он совершенно, когда трижды раз Христа предал, почему это вы его вдруг избрали предателя? Да то же самое он ему вопросы задавал, именно ему. Любишь ли ты меня? И он уже опечалился, что в третий раз спросил его. Господи, ты знаешь. Вот. А католики этот стих писают, вот видишь, он любишь, паси овец моих. Значит, вот в этот момент Христос его поставил своим наместником. Паси овец моих. Да не наместником он в этот момент ставил Петра. А именно в этот момент он напоминал ему о предательстве, об отречении. Любишь ли ты меня? И он опечалился. А чего он бы он печалился, если бы его в этот момент Христос наместником ставил? Он ему напоминал об отречении. Любишь ли ты меня? Спаси овец, спаси овец. Да нет, зачем? Нормально сделайте, чего? Положи. Конечно. Вот сюда положите. Игорь Павлович, разреши оторвать одну минутку. Разрешаю. Косичек принес, ребятишка. А потом еще останется вам. Будете, нет? Гальян, который сушеный. Нет. Нужно было заснять их выражение лица. Да, нужно было. Сначала такая радость неподдельная. Ну-ка. Такой гостиничек. Подарки от дяди Игоря. Падай. Спаси Христос. Да я слышал, что ты... Да нет, я не благодарю. Я рыбу сейчас часто ем, поэтому... Не пожалеете. Семечки. От мяса отказался до такой степени тяжко. Ну, я не понимаю. Чипсы рыбные. Это не селедка. Неплохо, неплохо. Спасибо. Нормально. Да у меня хоть кто. Да не. Шушарики. Дом наел. Вы еще до сих пор не съели, так экономите. Растягивайте удовольствие. Дайте еще, еще просят. Берег, знаешь, это... Так, кому добавки дать? А, давайте нет, я время. Да, вон, Нестор еще. Нестор будет? Дроботы поняли, что это судьба их. Кошки с ума сходят от нее. Как еще не надо. Что съели? Принято. Она малосольная? Какие кошки, знаете, красивые. Принято сделано. Да, Сереж, давай продолжай, ты так хорошо говоришь. Ну, что, как, дети, что дети нужно сказать? Как будто... Христос. Сережа, нет, ты так... Вот как тетя Галя сказала, дайте еще. Ты так хорошо говоришь, как будто бы ты прям это преподавал. Это. Так, мы на занятиях проходим. Один брат рассказывает, какие мухи там, что, а другой говорит, как будто вчера из командировки оттуда пришел. И главное, прям четко начали читать, и о Петре-то. О, думаю, что такое, под руку попало. Понятно. Подруга прям. Фантастическая. Евангелие от Матфея, 16 глава, 20 стих. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
Толкование. Христу угодно было до креста скрывать свою славу, потому что если бы люди услышали прежде страдания, что он Бог, а потом увидели его страждущим, то как было бы им не соблазниться? Посему-то он скрывает себя от многих, дабы после воскресения без соблазна познали его при свидетельстве Духа посредством чудодействия. Что, прям что-то надо? Ну, скажи. Это летом было есть. Все для вас. А вот как два человека разговаривают между собой, но не согласны. А ты мимо идешь, остановился, послушал. И как ты решишь, кто из них прав? Хотя не знаешь даже толком, о чем они говорят. Ну, кто ему в глаз не дал, тот и хороший. Я в Америке был. Сакраменто, город такой есть, хороший город. И там машину один ремонтируют. Там сидит митрофан под машиной. Оба старики. Видно, что уже за 70 далеко. А Никифор стоит рядом. Митрофан за белых, а этот за красных. И они все еще не поделят никак. И я слышу, доводы делает хорошие. Тот и другой. А потом этот раз оттуда вылез. Никифор, а ты не прав. Он говорит, а почему не прав? А почему ты сейчас, говорит, голос повысил? Голос-то повысил? Повысил. А если правда на твоей стороне, тебе зачем голос повышать-то? И опять под машину полез. А я думаю, что же он будет делать? Оба высокие такие, сухощавые. Митрофан, ты прав, прости меня. И повернулся и пошел. А в церковной ограде оба верующие, красные и белые. Голос повысил? Как отреагировали? Я понял, какие русские были люди. Да, как мы далеки от них. Ой, что вы неправильно воспринимаете. Я там это особенно это увидел. Я еще больше красных ненавижу сейчас. Зачем вы это сказали? Не, ну хороший пример. Я даже до конца глубины не знаю вопроса, но мне до того это понравилось, как они следят даже за интонацией, за тембром, за всем. Раздражение подошло, а гнев человека не творит правды. Боже, да. Видишь, как рассудил-то. Кстати, по комментариям, если брать, вот ролики ваши, где вы там говорите о красных, о белых, по комментариям смотришь, это один из самых болезненных вопросов. Дети, животные, так тебе, и это красные и белые. Там столько роликов, там вас так клеймят или наоборот так благодарят. Но не поддельно чувство. И я сделаю вывод, когда читаю, вот, читаю, потом делаю вывод. Революция не закончилась еще, гражданская война. Как бы Путин ни бился. Черепица все еще падает. Однозначно. Иуда Бен-Гур. Да. Взяли. Да. Черепица все еще падает. Я хотел тебя спросить. Ты что будешь с этим делать, с обрезанным-то? А что мне с ним делать? Он опять проситься будет или нет? Ну вот, да. Он у тебя не закинет удочку на одну из рыбешек, сидящих здесь? Ну, коли будет христианин, ну, пока не будет христианином, не утащит, конечно. Это невозможно. Я сейчас посмотрел опять, он и кланяется хорошо. Он сам бросится, он вчера-то тоже попросился, я батюшке позвонила. Только вы ему скажите. А мы не настаиваем, ходи хоть куда, но в воскресенье же ты был занят. По семейным обстоятельствам. Ты поняла, нет? Да. Он-то хотел прийти. Просто так, скажи, ходишь к баптистам, адвентистам, нас это не касается, ты не член общины. Да никуда он туда не ходит. К нам просто так ходить, а тебе еще не придется, ты должен быть. Не смотреть, который вечерами не ходит, он никуда не ходит, ни в мечеть, он сказал, я же никогда не ходил. А он будет ходить. Мы тут и капкан поставим на него. Ты можешь, ты будешь ходить, я что-то. Ну зачем, и туда, и сюда уж. А с его родителями не знакомились? Будем молиться, будем знать как. Чего мне с ними знакомиться? Ты что, как Игорь, замуж что ли я выдаю, дочь знакомиться буду? Он друг семьи просто. Он учится в одном колледже с моим ребенком. Что дальше? Все, я буду знакомиться со всеми родителями. Это тимуриды даже такие, это их последователи. Нет, ну многие родители. Незнакомые. Ладно, Володя, незнакомые. Прости, пожалуйста. Давай, Стивен. Я думаю, это все идет, как должно идти. Что там говорить-то? Я смотрю просто на девчонок и вижу. И дальше продолжение еще будет. Тебе еще продолжение 10 лет ладно, ждать. Ладно, будьте мудры. Мудры будьте. Конечно. Что там говорить? На одну секунду нигде, чтобы они не были. Аминь. Твердейшая. А мы домой поможем. Никогда не приглашать. А мы поможем. Я столько наговорю. Пока ходи, смотри и все. А то бывает так, он, ну, я буду года два ходить, принюхиваться, я все равно своего добьюсь. Он, а как Игорь вот сходил в закате? Она рот раскрыла, вот такой кучерявый, у него и копыт не видать. Мало что. У Татьяны Кузьминична на занятия ходил Игорь. Только Катя, только
дала согласие жениться, как корова языком сказала, все. Совершенно все. Неверующий человек. Сейчас барин, все. Своих родила, нигде надо. Нету. Свой. Вроде. Огня нету, ревности нету. А ходил там, рассказывал. Ну, вспомни, Устина, на нее как, какого парня-то, я гловить-то за ней, там по воздуху летал. Да. Она помолилась, перекрестила, он там со второго этажа их убаркнулся. А сейчас аглоеды называют. Все. Сейчас аглоеды их называют. Да. Аглоед. Такой вот аглоед. Я полюбил, жить не могу. А к ней подошел, напустил демона на нее. И она не может. Все скрипки бросила, рояль пинает, картины рвет. Все пошло. Почему? Кровь как загудела внутри. Еще жить не могу, не могу. Потом, да Господи, да что со мной? Это стала молиться-то, и все обмякло, ничего нету. А тот стоит и... Нет, он не стоит. А колдун ничего не может сделать, все. Игнатий Ильич, он не стоит, он птицей в этот момент был, и как рухнул на карниз. Потом. И покатился. Это, понимаешь, как это ужасное состояние. Человек не сам. Ну да, Юстиний. Дьявол подошел, не вошел, а подошел. Киприан. Но она знала, куда обратиться. Была жаркая молитва, и... Первый, а когда к колдуну подошел, а тот вызвал, а я не могу, как не можешь? Она имя Иисуса призывает. А сам сатана уже пришел. Да к имя призывает, а что ты будешь делать, если придет сам Христос? Как написано, страшное пришествие будет. Ему так не понравилось это, что же пришествие. Он схватил Каприана и давай душить колдуна-то этого главного. А у него какое было образование-то? Он 5 лет учится в Египте, заканчивает в Индии, прошел все институты, все знал, самый главный колдун. А здесь это сатана боится, Иисуса придет. Ну и давай. Так он же призвал имя Иисуса. Ну, у него характер был, когда пришел молиться-то. Я тот, как, я оглашенный, не могу выйти, он меня душит. Давай, что хочешь делать, передавай крещение. Ему преподали крещение. 2 года не прошло, его поставили епископом. И сегодня молитвы святому Киприану, избавление от нечистой силы. Помогает она? Не знаю. А колдун был первейший. Ты говоришь, я тебя, говорит, нисколь не боюсь. По-моему, Игнатий Ильич, это один из тех немногих житей святых, где... Прям вся иерархия это бесовская присутствует. Там, где разговаривает-то демон. У него там и старшие князья, и младшие князья. Трудно сказать, не знаю. Но было время, когда епископ потеряли веру в загробную жизнь. И Господь семь юношей усыпил. И там через 250 сколько лет проснулись. Да, 250. И они явились, воскресли, как заново-то. Епископ перестали верить. Как так, да, вроде состояние народа, говорит, было такое, как раз при нем было, что... Православных называли еретики, а еретиков признавали православными. Все перемутало. А во время гонений никогда такого не было. Вот и решай, нужны гонения или нет. Кровь христиан всегда была семенем христианства. Прям криком можно кричать, кровь нужна. Да, но мы не можем это сказать. Написано, молитесь, доминует меня чаша сия. Да. И однако же святые молятся, доколе не мстишь за кровь нашу на небе. Но можем подражать той молитве. Можем мы понимать, что они говорят. Они просят не убить, а через наказание привлечь их к себе. Я так все равно не могу молиться. Страшная молитва. Да. Господи, делай, что хочешь, только чтобы не погибли эти враги. В судный день не помяни их безумие. Я каждый день об этом говорю. Что они говорят, что делают. Вообще, вообразить нельзя. Сам сатана выходит. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Толкование. «Предсказывает ученикам о Своем страдании, дабы когда неожиданно наступит время страдания, они не соблазнились, думая, что он пострадал невольно и не зная о том прежде». 22-23 стих. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Толкование. Так подожди, вот это заново прочитай то, что считал себя. Интонация правильная. Не так же подошли. Да не будет с тобой это, Господи. Вот войди в ту обстановку. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Ну подожди маленько, что-то не хватает, простыл. Давай.
Давайте вернемся. Стоит Господь с учениками. И реально они представляют, что они расстаются навсегда. Навсегда, навсегда. А нужно это или нет, они еще толком не поймут. И вот теперь подходит он и говорит, какой интонацией? Это я считал. Вы знаете, Филиппа Филипповича кто играет в этом, в собачьем сердце? Евстигнеев Евгений. Когда был в театре, это вот несколько моментов такое. Что показать? Говорит, ну, факт надо показать, говорит, сейчас солнышко, чтобы, как солнышко заходит. Мы не успели обернуться, он уже сзади. И вот так волосы вздыбил, как будто кто-то поднял. Рыжее такое. Закат солнца. Мы поняли, что это не Женя сидит за стульями, а закат солнца начался. Другой раз было у этого Федор этот, Иванович Шаляпин. Ну, не могут передать. Борис Годунова там. Эх. Ну, разве же так говорится? Сына потерял. Дочь не мог замуж выдать. Ну как, Федор Иванович, думайте сами, сам вышел. Ну прошло минут пять. Грохот какой-то, слышь, они все туда, он забегает, все в саже лицо. Сейчас сидите, ты горит театр со всех ног. Как все ломанулись? Да подождите, я показал, как надо говорить. Поверили до одного все. Все рванулись из театра. А ты говоришь, как? Пережить надо. Сказал так, что его утешать надо. Да ты ему на гроле играет. Он плачет о погибшем герое. Да это выдуманное все здесь. Он реально это подставляет. Это опасно. Вот это Фросю Бурлакова играет-то. Вот она не могла выйти из этой роли. Анну Каренину играла, та бросилась под пояс, она бросилась. Пошла на вокзал. Конечно, там другое было. Самый активный был кто тогда из всех этих уважаемой партии. Все ордена собрал режиссер. И ни одной женщины не пускал. Пырьев был. Пырьев, именно так. Наш, вот он же наш, конечно, алтайский. Конечно. Здесь он где-то с камнем на обе связан. Столько он сразу посмотрел на нее. Так, сегодня на дачу ко мне приезжай. А дальше он начал цапать. Она развернулась, как хлопнула его. И все. И дальше пошло, выкинули и прочее. Там нет ни одной женщины, которая не была бы с ним. И на него смотришь, я бы не знал, так, а то после этого я гляжу на него, это такая подлая фигура его, вот все стал замечать. Все же думаю, я не видел там в нем какой. А для правительства он хороший, там свинарка и пастух, ну, там ничего нету совершенно. Ничего. Казаки там это поставил, поют. Ничего нет. Глупые фильмы. Глупые совершенно. У него одного кадра нет, который Евгений Миронов играет, когда говорит о католиках. Вот это только. Или этот Басилашвили, Валан. Поговорит, когда о смерти. Там совсем немного, 10 минут. Но эти 10 минут 10 серий заменят. Да? Берлиоз говорит, тут ничего не скажешь, человек смертен. Вот в чем фокус, говорит. Он внезапно смертен. Он внезапно смертен. А кто человек управляет? Да никто не управляет, Галкин сидит. Сам человек собой управляет. Извиняю. Виноват. Виноват. Как же он может управлять, когда плана нет? Ну, более-менее на приличный срок он должен знать планы, ну хотя бы лет на 1000. То сразу в сторону. Ну вот и все. Ну тут вы врете, Берлёз. Ну тут вы врете. А только собрался. Более-менее сегодняшний план не известен. Он как раз собирается ехать. И там дядя в Киев позвонил, он понимает, что все кончено. Ну, сегодняшний вечер примерно так. Не может никак кирпич на вас упасть. Он говорит, кирпич упадет. Нет. А уже все, Аннушка пролила масло. Вот и там, кто же мне отрежет там, голову? Какой талант у этого было? И кто же мне голову отрежет? Интервенты? Враги? Нет, девушка-комсомолка. И побежал уже сумасшедшего. Это вообще, почему-то считают, что ему неоднократно являлся демон и давал ему всю эту программу, писал он когда. И там, где он живет, жил квартира, там паломничество такое этих идолопоклонников. Да не было там ничего этого. Прямо показаны моменты, записи, где он, как этот, Высоцкий, так к нему это чертяк, это все время являлся. И он о нем писал и видел его. Нет, Булгакову никакие черти не являлись. 22-23 стихи, прочтите, как бы. А я не вижу, как бы вы прочитали. Да, ну как вы видите. Как бы вы прочитали. А как я прочитал? Ну, интонацию какую вы выбрали. Давай сначала ты. Я когда еще в Потеряевке было, считать. Считайте так, как эх, я говорю, Игоря Владимировича не хватает, он вам просчитал сейчас. Дело все в том, что я с некоторого времени начал актерские качества терять. Роль Петра.
Такая обстановка. Что у них на сердце? Как он подходит к Господу? Ты Петр. Прям по характеру. Не торопись. Я больше Павел. Я это насчитывал Библию дважды на пленке. И мне показывает, говорит, это вообще. А я, знаете, я жил. Вот от меня с Арсения, я считал и плакал. Да я вижу, я сейчас просто настраиваюсь. Видите, тут дело все в том, что он прикословить начал. А прикословить — это мое прям второе я. Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою! Ну это прям приказываю, что-то. Петр говорит не рабу, он говорит владыке. Тут должно быть и жалости, и растерянности. Вот это все надо вложить. Да. Надо потренироваться. Меня когда... Нет, ну у меня поближе, чем у Сергея. Ну, поближе, конечно. По это, библейские мелодии. Я каждое стихотворение на гравюру Густава Доре искал кого. Так ездили по театрам, заслуженных артистов искали. И наши, которые были, перед моими глазами, вот как он должен так... Нет, не так. А когда там заслуженный артист пришел здесь, Эдуард Дмитриевич Овчинников-то, он все это одобрил. А вы знаете... Как Станиславский прям, не верю. Да. На Рождество первый год по ТВ «Спас» читали Евангелие, вот прям вот круг за кругом, не переставая. Артисты, всякие священники, кто смотрел, есть тут? Вот. Ну, а где читали? По телевизору. А, по телевизору. Ты звонил мне, мама у меня, мама смотрела. По-русски? По-русски. Читали синодальный перевод, и дети читали, и говорю, уже. И я послушал, как они читают. Ну, вы меня постоянно упрекаете, что у меня ошибки есть. Да, но... ты нормально читаешь. Да, ты слова пропускаешь, прям слова. Да, ты прям не просто, ты иногда прям заменяешь, и там у тебя совсем другое понятие. Ты видел как, а я сижу, ну, помещаю, видел, конечно. В одну, 3 минуты пробыло, 5 ошибок. Вот вы только это ему сказали, он начал читать, а вы отошли. И он начал читать, я ему делаю замечания сразу, пока он читает, и он начал читать толкование. Я ему говорю, ты там в толковании неправильно прочитал, не из-за, а для, а он из-за читает. А он, подожди, нет, и начал читать мне место писания. А я ему говорю про толкование, я вижу, он вообще ничего не понял уже. Он, короче, отбился от меня, ну, а так все... Слушай, ты не воскресился тогда. Нет, он просто отбился, сказал, что я вот это вот прочитал. А я ему говорю, что не в этом дело, я не там читал. Он даже не понял, где он прочитал. Так вот, когда люди читали Евангелие, я понимал, что они читают первый раз. Да. Вообще ни интонации, ни смысла, ну, не в попад. А ты слышал, как дочь Ефая этот самый читает? Я сидел, думал, ну вы режиссеры, ну, конечно, вы попросили людей читать Евангелие. Ну, дочь, вы пригласите знающего какого-нибудь человека, который бы их, хоть ну, репетиция хотя бы была бы хотя бы раз. Хотя мы тоже здесь читали же «Деяния апостолов» и снимали все, но... Запинались там. Сергей, запомни, церковь запрещает эмоции. Да, да, да. Я приехал в семинарию в Москву. Вот это мне вообще неприемлемо. Как? Ну так, я говорю, а как надо считать? Всем того, сердцем, нас... всей душой, я перевел, всей крепостью. А никакой сердца, ни души, ни крепости. Бубни и все. Как вот это? Я пришел, вот так он встал, студента вызвали, говорит, у нас это отличник. Он вот так вот встал предо мной. Вот так набрал, а дальше... Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству сердца Твоих, ищет беззаконие мое. У него... Нигде у него ни взгорка, ни пригорка, он вот так вот. Я говорю, да хочу, люди понимают. А это не важно. Бесы понимают. Вот для бесов считается, оказывается. А диаконы, когда выходят лупоглазия из Ев, как они откуда еще начинают выходить, ты их не видишь. И он когда начнет это... И ты думаешь, что такое падает самолет, это штурмовик, что ли, бомбу бросает? Это есть книга «Рост на Ростоне» Якуба Колоса. И там протодиакон вышел. Он, говорит, начал таким, говорит, голосом, басом, как будто, говорит, шмель после зимней спячки в дупле. И закончил таким ревом, говорит, что казалось, говорит, у него или пуп оторвется, или он сделает то в храме, чего делать никак нельзя. Ну вот чему люди учатся? Написать вот так, понимаешь, это вообще. У него у диакона было 3 дочери, говорит, и такие же все глупые, как он. Простые слова, ну вообще. Якуб Колос. Подожди. Сережа, ты это... А возьми Помиловского, Бурса. Там считаешь, вот так вот у тебя шара появится. Сереж, давай еще разок.
Я всякой глупости насчитал. Сейчас, Сергей, подождите, Сергей, еще разок. Ну давай, прочти, ну. Сережа, ну Христос перед тобой, ты прикословишь. Прикословишь, как вот ты мне постоянно. Ну ты мне же можешь, давай. Они знают, что он над ними хозяин, по крайней мере. Ну да. Что он их избрал. Я немножко. Не вы меня избрали, Христос, но я вас избрал. То есть я мне было-то почти не к старшему. Помягче. И они расставания с ним боялись, как огня. Давай, ты Игнат Игнатьевичу говоришь, что нет. Первая Коринфянам, 7 глава, вы неправильно рассуждаете. Давай. Да тут он же понимает, что на смерть идет и хочет его, и жалко. Он верил, что он воскреснет, или не верил? Упрекал их за неверие, там написано. Упрекал, что он воскрешал, они все не верили. Не верят, что... Ну и что тебе это даст, брат? Ты сейчас еще больше запутаешь. Упрекал, воскресший, упрекал за неверие. Тут вопрос не надо ставить. Слышать, слышали. Ты просто прикословишь. Верили, что это может быть, но что с ним вот это конкретно, этого не было. Ну я и прочитал первый раз как неверующий. А... Но... Не-не-не, ну ты чересчур там что-то с какой-то мольбой такой. Да-да-да. Каким голосом? Громко, тихо он сказал это? Не знаю, я там не был. Чуть повысив голос, он говорил это. Не намного. Вы прочтите, Игнатий Тихонович, прочтите хотя бы раз. Я покажи еще. Ну, 22-23 стих. Вы же начитывали это. Я слушал несколько раз. И отозвав его, стал прикословить ему. Будь милостив ко мне, Господи. Нет, не надо, Игнатий Тихонович, не читайте, а то вы разочаруете меня. Ну надо же. Ну слышу, тем более у меня в интернете. Да, конечно, у вас есть уже все. Вы свое слово сказали. Этот Борис Семенович приходит куда? Он много ходит, он, кажется, полковник. И он говорит, вот эти наши занятия, Сергей Павлович, да, слышал? Лучше, вот, ну, лучшие занятия. Это лучшие в интернетной сети. Вот. Который Борис 52? Ну да. А мне показалось, что он именно на эти занятия... Ну, может быть, и на эти, на про католиков. Против да, сектации. Да, да. Миш, у нас занятия построены не победу одержать, а расшифровать, что говорит сектант. Почему неправильно понимает, и дальше выяснить истину. Там ни нападок нету, ни фанатизма, ни экстремизма. Вывести на чистую воду, вот еще как бы вот это ложное толкование их, как бы, мне тоже очень нравится, когда... Без нападений, то есть не надо выигрывать. Без нападений, да. Как Мамо Басилашвили этот, надо победить обязательно. Сережа, ты видел, когда я был в Латвии и на то место приехал, Венсполс и молился? Да, видел. Но. Сколько бы люди не смотрели, все в Америке пишут, все плачут. Я там приехал вот в Борисов, и все плачут. Мы, говорит, на ревелись, тут сидели. Опять, второй раз я опять, говорит, плакал. Сколько раз смотрел, сколько раз плакал. Почему? Меня здесь нету. Я весь там, 55 лет назад, когда я ждал, вернулся, как, и ничего этого нету. Я ничего не могу сделать. У меня переполняет благодарность. Что за это время сделано? Ужас того, где бы я был, если здесь этого не было. Вот это все соединилось в той молитве, которую я не смог говорить. У меня горло просто... Я тогда упал вниз и там плакал внизу. Я думаю, Господь, это ученик, подошел, тут стоя только можно показать. Еще что я стану-то? Ну, подошел к нему, может быть, даже отдельно. Когда другие где-то маленько... Господи, да не будет этого с тобою. Никакой эмоции, ничего нету. Здесь заложена тоска и страх потерять любимого. А он любил. Я когда насчитывал, я не думал голос повышать, там сделать как-то, нет. Я могу повторить это. И интересно, у меня был Нафанаил, когда жил, это на квартире-то. Я единственный человек в мире, с кем я работал, который мог печатать, не глядя 10 пальцами, равно, быстро, на русском и на английском языке. Я думаю, что в этом очень много заключено. Когда, почему Христос именно его назвал сатана? Он сказал, он, ну, не, обращаясь к Петру, он сказал, сатана. Казалось бы, ну а что такого он сказал? Но именно то, что он проникся уважением, там, почтением, любовью ко Христу, и именно он подумал, что так и надо поступить. Вот именно так и надо. И он этим-то призывает уже и других, не только себя. Он призывает к тому, чтобы не было жертв. Да, было, а жертв-то не будет. Сатана мог жевать. Искупление человечества сатану, не будет. Который Петра толкает и говорит, отойди от меня, сатана. То есть все неплохо, да, видно, что он переживает, но это не нужно. Этого не нужно. Понимаешь, сколько здесь всего заложено. Да. Вот почему фильм «Иисус» по Евангелию от Луки, я считаю, на религиозные темы о Христе. Никакие там страсти Христовы там...
Скорсезе это близко не подходит. Самый лучший. Это там даже дубляж, гипс, который ведут, гипсона. Здесь на русский язык брали лучших артистов. Гипсом не подходит, «Страсти Христовы». А? Гипсом, где там бьют его, бьют. Да бьют. Нет, меня спрашивают, как? А папа сказал, вот, в действительности так все было. Говорю, что папа разве там был, как он может говорить? Мне один раз посмотрел, я понял, что нет. Нет, он, нет. А когда прочитал, он с одной женой Гипсон разошелся с другой, я вообще... Да он порочный. А? Он порочный очень. Ну, он до лохматости порочный. Взял себе молодую девчонку русскую, да. Модель там, и бил ее там. Ну а наши русские-то они такие девчонки. Бил, пока там ей уже адвокат не посоветовал. Ты что, дура, он тебя же убьет. И тогда она там только синяк пошла, зафиксировала, так он там в ногах валялся. Миллионов ей столько отдал. Заработало все, стоило того. Один фингал, полный карман. Ну она же думала, Мел Гибсон, он же там это такой боевой весь парень. Посчитательница Майка Тайсона. Ага. А он в каком-то вагончике сидел, она пришла поклониться, а он посмотрел неплохо, сгреб ее в постель. А дальше еще началось, когда его на 3 года посадили, ну, 5 лет давали, он 3 года отсидел. И она от него, не знаю, то ли, ну, огромную сумму с него сгладила. И он разорился совсем. А она ей нужды нет, она пошла, еще и нет. При малом удовольствии большие деньги. Да. Как нужно Мы себе конкуренцию нынче не составляем. У нас с Надюшей 9 кошек. Ну хорошо. 3 здесь под нами, и там по 3. Зато никто тебе на вас не скажет, что вы там прям кошатница. А подумай, 6 штучек. Так у нас запаха. У тебя 6? Они в подпол ходят. И здесь и сидят подпол. И на улицу ходят. И летом на улице. А тут лето и зима. Ну ладно, поехали. Вам подпол На чердаке. На втором этаже живет, и надо на первый подпол сделать соседям. Сережа, скорее, дальше сделать нам замечание, что мало едем по Евангелию. Давай, снимем. Евангелие от Матфея 16:24. Ну, торопиться тоже сильно не надо. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти тихо за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Толкование. Идешь Благим за Иисусом не только тот, кто исповедует Его Сыном Божиим, но и проходит путем всех бедствий и переносит их. Не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя. Итак, всякому нужно оставить любовь к телу, чтобы, взяв крест, то есть, возлюбить смерть и ревностно искать смерти, и притом позорной, каковую и была смерть крестная у древних. Распинаются на кресте многие разбойники и воры, но они не ученики мои. Потому пусть последует мне, то есть покажет и всякую другую добродетель. Отвергается же самого себя тот, кто вчера был невоздержан, а ныне стал воздержан. Каков был Павел, отвергшийся себя? А в каких это случаях жизни воздержан, не воздержан? Ну, Златоуст же перечисляет. Если был пьяница, значит теперь меньше воды пей. Если был блудник, значит теперь... На молитве постоянно... На молитве даже с законной там, женой речи встречаются. Там даже не так... Там же блуд и сон и блуд рядом идут. Там написано, с раннего утра, значит, преклоняй колени пред Господом уже. Там, ну и там он перечисляет прям. По каждому пункту у него есть перечисление. Так, ты читал «Невинный Пруденция» Лескова? Ну, да, конечно. Очень великолепно. Как он ее в нее влюбился, она его отбрила. Так, как? Не, ты ну там сложно. Она очень сложно. Сварила. Меня или кашу, плов этот? Она, Игнатий Тихонович, она ее очень сложно отбривала. Прежде чем подать что-то, вот трое суток жил в пещере, и там нечего было есть. Нет, так она посадила лестницу, убрала, нельзя с лестницы. А потом она служанку ему оставила, уехала. А через год-то уже мать ее встречала, она двойню держала. Да? Это, я вот считаю, среди писателей Лесков, ну, более проникновенный психолог, чем другие, даже Лев Толстой. Даже Достоевский не годится. Ну, Достоевского я трогать бы не стал. Достоевского, Райан, разве только, говорит, Шекспир, это и специалисты говорят. Это не кто-то говорит, а Ромен Ролан. Угу.
Ну а вот Лесков, да, ближе к нам. Ну, видите, вы такой широкий человек. Вам мы все мусульмане, что там есть. Мы все тренируемся, у кого в голове больше мусорного ящика. Это точно. Мусор. Я, кстати, хотел про это сказать. Вы заметили, что есть лезгинка, ну, пляшут, они постоянно маленькие пацанята по кругу бегают. И то же самое есть лезгинка у казаков. Вы знаете лезгинка у казаков? Такая же точно самая, только она звучит так. Ойся ты, ойся, ничего не бойся. Если будут обижать, ты не беспокойся. Вот откуда она пошла? Скажите, это лезгинка чья? Казачья или горцев? 100% это горцев лезгинка. Почему казаки ее взяли? Они не могли их победить. И они тогда начали все перенимать, что у них. Так же начали ездить, так же начали учиться стрелять. Кинжалы у них горские были. Вот эти вот, даже патроны, вот эти вот, а как они, галыши? Газыри. Газыри, да. Это все горское, они все переняли. Башку резать, они также отрезали башку. Но только они. Православные. Да, православные. Но только они еще зверее были. Они еще зверее. Если те просто приходили в кишлак и забирали женщин потихоньку, русские приходили и весь кишлак забирали. И все. И они ничего тут уже не могли сделать. Как они, куда без кишлака? Я ушел из кишлака, значит, нет у меня жизни. Все. Что такое? А видели такое? Поэтому, Игнатий Тихонович, поэтому, если уже и брать кого пример, так это с казаков. Они круче, чем горцы. В интернете выставили ролик такой, называется «Танец березка». А заголовок такой: «Иностранцы по сей день не могут понять, как русские это делают». Когда перебирают. Когда же платят. Ножками перебирают. Просто не видно, что ног-то они широко вообще. А там, видать, такое, это на чем они... На чем? Ну, ровное сильно. И они поют одновременно платочками. Ну, как будто бы кто-то их тащит. А не сами ну, они да, на ногами да, так быстро перебирают. А там еще у них юбка на юбке. Они даже когда крутанутся, а там все равно юбка, ног не видно. Ну, да. Поэтому, да, странно вот это. Я не знаю, может или нет, но мне понравилось это. Никаких мужчин нету. Мужчины в зале. И они все одеты, какими платочками, все. Ну а что? Ну ходят просто хоровод. Куклы. Ну как, что-то надо же как заниматься. Сережа, а так что, только с коромыслом? Бабам. Тормоза. 25 стих Евангелия, 20 глава. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Толкование призывает нас к подвигу мученичества. Кто отрицается Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни, то есть спасает. Но он погубит ее впоследствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, тот претерпит, кто претерпит мучение ради Его, тот обрящет ее в нетлении и жизни вечной. 26-27 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. 43 минуты прошло. Толкование. Положим, говорит, что ты приобрел весь мир. Что пользы в благоденствии телесном, когда худо состояние душевное? Здесь можно плакать, воздыхать, творить милостыню. Там нельзя. 28 стих. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Толкование. А вместе показывает, в какой славе будут пострадавшие на него, ибо каким светом просияла во время преображения его плоть, подобным всему просветляется и просветятся и праведники. Некоторые из здесь стоящих не умрут, доколе не увидят его преображения. Ты побыстрее дочитай, чтобы до конца, еще долго у нас время есть. Ну понятно, о Царстве Небесном говорится, а в Царство попадешь только после смерти. Ну да. С телом никак. Почему человека казнят? Виктор Гюго говорит так: исчерпали все средства,
Только на суд Божий. На суд Божий принимается только душа, тело-то не пойдет. Поэтому мы голову отрубили, отправили на суд Божий. Ну да, так это было такое, да. Как просто рассуждение. Было рассуждение такое раньше, да. Именно так. Да. Ну вот я хотел что сказать. Вот все написано коротко у Христа и как бы ясно. Но давайте мы в церковь нашу попадем. Вот стоит церковь, вот патриарх, допустим, рядом там куча митрополитов и так далее. А дальше пошли люди. Первые стоят все в галстуках и в хороших костюмах. Охранники. Потом дальше стоят женщины, всяких шлем-пупо, некоторые там с какими-то платками, некоторые. В основном без платков или шлем-пупушки, всякие там шапушки, шлем-пупушки, там пирушки вот такие у них, вот такие вот там самбретки, вот так. И изредка молодежь. Сейчас новое ноу-хау. В салатового цвета костюмах молодежь. Угу. Называются волонтеры они. Это волонтеры, это те, кто, значит, добровольно помогают что-то там в церкви. Они стоят, сдерживают народ. Перед теми, кто в галстуках, стоят волонтеры. Раньше их не было, теперь они стоят. И молодежь. Это молодежь безбородые. Девчонки такие, косыночки у них зелененькие, вот такие вот. Ну и просто стоят они, просто смотрят. Ну и как бы это, чтобы никто не заходил за их линию. Вот. И вот теперь дальше мы отсюда вопрос задаем. Как попасть в Царство-то Небесное? Ну, поворачивается к ним патриарх и говорит проповедь. И говорит так. Говорит долго так, социум там это все. И потом говорит, вы старайтесь делать добро. Старайтесь жить хорошо. Старайтесь, чтобы вот все было хорошо. Игнатий Ильич, как в Царство-то Небесное попасть? Сначала как в ад не попасть? Да. Джейн Эйр ответила, не болеть, говорит, и никогда не умирать. Вот так... Я понимаю, когда Господь Бог в третьей главе книги Бытия сказал, давайте быстрее спустимся, а то, как бы он не взял плодов с древа жизни и не стал жить вечно. И спустился Господь и отобрал этот, ну, куда-то забрал это дерево жизни вечной. И Адам с Евой, то есть мы, остались без этого плода, теперь тут, на земле, туточки. Тут понятно, Господь взял его дерево и взял. Теперь ты хоть за молодильных яблоками, хоть за 3-9 земель едь, их нету, их потому что сам Господь взял. Но Иисус Христос пришел, Господь, и сказал, Царство вам небесное. Царство небесное вам, потому что вы уверовали в меня. И теперь как нам показать, как патриарху нам доказать, что перед ним стоящие уверовали во Христа, и надо просто, ну, жить так хорошо, и все, и вы там уже. Вот как это сделать-то, мне интересно. Кто показывает, где? В церкви. Ну, кто? Ну, никто не показывает. Я это только вижу на наших занятиях, вот в ваших книгах ваших я это вижу. Это я вижу. Ответы на вопросы искренние, не подыскиваясь под кого-то, не подлаживаясь под полковника или под генералиссимуса. А когда говорит о социуме патриарх, ну я вообще не вижу ни одной лазейки, как Царству Небесному пробиться. Хоть кому-нибудь. В салатовом костюме, в галстуке, ну, под шлем-пупо, хоть в чем. Кто туда попадет? А представьте, а какой-нибудь такой начальник создал бы любой другой путь легче в Царство Небесное, чем тот, которым мы идем. Так. Ну, сложновато ему чуть-чуть. Это вот другой... Пошла куда-то. Царство Небесное. Да, так легенько все. Протопопу Аввакуму, там пьяный дичок был. Пришел и будет... Что пришел-то? А мне подайте Царство Небесное. Он говорит, да Царство-то Небесное-то только душа может пойти. Давай, он говорит, связывайте его. Взял в руки топор и тащите к Чурке. Сейчас мы в Царство Небесное отправим, голову отрубим, а душа пойдет в рай. Он как завозмолился, да боль никогда не буду, это развяжите. А он как сиганул, да через там плетень, он говорит, шапку-то забыл эту, бедейку-то, камилаку, да пропади она, все. В Царство Небесное сейчас попадешь, голову оттяпаем, а душа полетела в рай. Так ответит тебе. Вот я это сравниваю, у меня был такой случай в жизни моей.
Я приехал в одну организацию, ну, как всегда, золото искать, чтобы, ну, зарплата была хорошая. И, ну, так как я только что приехал, не знал никаких там данных, ну, тут раскрыл данные, посмотрел, начал искать, нашел там, ну, там большая вскрыша очень, надо много породы снимать. А там, где по долине, где небольшая вскрыша, нету золота хорошего. И ко мне пристали все, кто там был, начальствующие. И найди нам вот в этой долине, где меньше вскрыши, а там, где много вскрыши, мы не полезем. И они с меня до тех пор требовали, пока я просто не убежал. Они начали мне грозить убить уже меня. И я подумал, Господи помилуй, а как же Царство Небесное? Тут золото просят, я не могу найти, я учился на это. Но его нету просто! А Царство Небесное, это вообще, можно просто поговорить о нем и сказать, Сережа, мы интересную сказку прочитали, миф интересный, давай, очень ласковый, поехали дальше. А я сразу вспоминаю, это, есть такой, кажется, семитомник Евгения Берсье, проповедник такой времен Парижской коммуны. И было собрание где-то около 2000 человек. И он сказал, граф Монте-Кристо считали, у как не считали, вообразите, что это вы. Сегодня вас арестовывают, пожизненно никогда не выйдете, но с собой разрешают брать одну книгу. Какую? Все 2000 проголосовали Библию. И вот это где золото, ты говоришь? Вот теперь я знаю, где в Библии. Слово твое, говорит, есть серебро 7 раз переплавленное, чище золота. Да. Где искать? Вот так. Так а Библии никакой нету, где занятия и так далее. Попробуй про ваши занятия кому-то сказать. Таких занятий нет. Знаете, я хочу сказать, что помните, выставлено 5 минут и 45 секунд, по-моему, говорит про вас Кураев. Ну да. И он там рассказывает, и люди сидят и слушают. Я сначала первый раз прослушал, второй раз прослушал, ну какой-то там еще раз прослушал, а потом понял, думаю, что меня так поражает. Они все сидят его слушают. Никто не возникает, никто там не выкрикивает. Один раз кто-то, ну это когда он долго говорит, уже минуты 4, наверное, и кто-то, как вы сказали фамилия? Фамилия. Я понял, что кто-то просто, он Лапкин там, Лапкин. А, Лапкин, ага, записали. И он это, что там еще, интересно, он говорит, епископ, там у них епископ Евтихий, это, по-моему, его брат. Думаю, Игнатий Тихоновича повысает звание, постоянно со стороны родственников. Уже Евтихий, брат, епископ. И главное, молчат, все люди молчат и слушают Кураева. Где-то же он такие аудитории находит. Но это выступление его дало мне очень близкого человека из Красноярска. Юрий Соболев. Да, который преподает в государственном университете, в государственной академии и ведет занятия в метрополии. И вчера мы с ним большой ролик наговорили, завтра я его выставлю. Один из людей в интернете, в котором я вот нисколько не сомневаюсь. Не знаю почему. Не то, что я сам из Красноярска там. Просто я слушаю его, какие он вопросы задает, как он говорит. И я вижу, что этот человек... Однозначно искренне. Так, поехали. Евангелие от Матфея, 17 глава, 1 стих. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Толкование. Почему Владыка Христос не взял на гору всех своих 12 учеников, а только Петра, Иакова и Иоанна? Потому что Иуда не был достоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. Но могут сказать некоторые, если поэтому так поступил, то почему Иуду одного не оставил внизу и не взял с собой прочих? Но мы не умнее и не премудрее Христа. Если бы одного Иуду он оставил внизу, а прочих взял, то могли бы некоторые сказать, что это и оскорбило Иуду, что потому он и продал Господа своего, а дабы никто из подобных людей, ни мы, не могли ничего сказать. Он оставил Иуду с прочими 8 учениками, чтоб 3 прославить видением, а остальных сделать блаженными через веру. Слышанному, как говорит Господь, блаженны не видевшие и уверовавшие. А кроме того, 3 он взял для того, чтобы исполнилось слово. Устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Матфея 18:16, Второзаконие 17:6. 3 были Петр, Иаков и Иоанн, а 2 Моисей и Илия. Непоколебимые столпы закона.
Матфей не противоречит сказанию Луки, что после тех происшествий до преображения прошло около 8 дней. Лука считает первый день и последний, в который он зашел на Голгофу, а Матфей только средний между ними. Христос взял Петра, потому что Петр очень любил его. Иоанна, потому что сам любил его, а Иакова, потому что он, как и Иоанн, был ревнитель. Ревность же его видна из того, что он хотел пить чашу из того, что Ирод убил Иакова мечом в угождение иудеям. Ну, все очень логично. Ну, как бы они первопризванные еще, если на то пошло. Так, сколько времени осталось? 5 минут. Ну, давай помолимся. 5 минут осталось? До часу. Давай помолимся, пока маленькие девчонки и Тарасик здесь. Достойно есть якого истину, блажить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Игнатьевич. Молитесь, Игнатий. Любящий наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью, злом и тьмою. Хвала Тебе. Господи, исполнишься со нашей любовью тем людям, которые еще ничего не знают о Тебе. Укажи нам наше поприще, чтобы не оказались бесплодными. Найди наших родных и близких, не познавших Тебя. Коснись сердец правителей. Господи, потревожь сердца всех священнослужителей от патриарха до низшего, чтобы думали о рождении свыше и о водительстве Духом Святым, о благовестии, эту радостную весть, о спасении, дарованном Господом, о страдании на Голгофском кресте, а о чудном воскресении возвестить всем, до кого Ты допустишь. Услышь нашу молитву об этом человеке Стиве Жастане. Все, что от Тебя, да исполнится. Научи нас быть терпеливыми и внимательными. Не нам, не нам, но имя Твоему дай славу. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Господи, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни их. Боже, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Благодарю Господа. Мне не было почти всю неделю писем оттуда. Сейчас пришел, одновременно два письма пришло из Америки с фотографиями. Вот что удивительно, мы только помолились сегодня. Почему я призвал? Прихожу домой, уже письма лежат на столе.